Все фильмы просмотрены и все награды розданы. В Чебоксарах закрылся Чувашский кинофестиваль «Азам». 18 кинолент боролись за звание лучшего фильма чувашского производства. Документальное кино, мультфильмы, драмы, комедии, ужасы, короткометражные и полнометражные. Третий по счету фестиваль получился очень разнообразным в жанровом плане. Кинофорум открылся показом фильма «Фуга» режиссера Марата Никитина. Фестиваль – это всегда такая рабочая тусовка, где можно пообщаться с другими режиссерами, посмотреть кино другое, да, чем живет мир, грубо говоря, да, какие мысли у режиссера. Вообще, какие идеи витают вокруг. Ну, также познакомиться с нужными людьми, как всегда, да, с продюсерами, с актерами. Это обмен мнениями и всегда какой-то определенный такой праздник для кинематографистов. Картину, построенную в формате скандального реалити-шоу, жюри оценило. «Фуга» взяла гран-при фестиваля. Кроме того, победители определяли в каждом жанре еще в 15 номинациях. Лучшая операторская работа, лучший режиссер монтажа, лучшие женские и мужские роли и другие. С наградой вернулась и наша съемочная группа. Национальное телевидение поблагодарили за освещение фестиваля.